В Заокском университете состоялась встреча с актером дубляжа Никитой Юрьевичем Прозоровским. Думали ли вы когда-нибудь, что будете озвучивать Библию? Нет. Нет, конечно, нет. Мы сегодня много говорили за кулисами о аудиокнигах. А я категорически отказываюсь читать аудиокниги. Я считаю, что книга – это, как любой вид искусства, это обязательный контакт автора с читателем непосредственно, потому что каждый читатель выстраивает свой темпоритм. Я всегда отказывался читать аудиокниги. Каждую книгу должен читать сам, если он хочет иметь представление о книге, а не об информации о книге. И вообще, кто кого читает, на самом деле, Библия меня или я Библию, это вообще. Помимо множества фильмов, которые озвучивал актер, его голосом теперь звучит Библия в современном русском переводе. На встрече Никита Юрьевич поделился своим творчеством, ответил на вопросы аудитории и рассказал о том, как стал тем человеком, голосом которого сейчас звучит Библия. Мультфильмы очень люблю, потому что они дают вот тех самых штампов очень большое разнообразие. Ты можешь использовать речевые характеристики, которые ты знаешь или которые ты услышал, подцепил, но в мультфильме их можно усугубить, так сказать, сделать масочку. Да, то есть чуть-чуть прибавить. Поэтому, ну там, Скуби-Ду это Скуби-Ду. А тут Шеги это, он вот такой. Ну, был у меня и такой персонаж, которого я делал. Но, когда тебе приходится потом дублировать очень серьезного артиста, эти навыки, которые ты нарабатываешь, они дают возможность тебе абсолютно, почти безинтонационно, никакие не колоратуры, ничего, ты ровно ведешь, но внутри это держишь. И в результате тот, кто слушает это, он не понимает, почему, но его это начинает затягивать. Вы прочитали всю Библию целиком. Есть ли какие-нибудь моменты, которые зацепили вас? Для меня было всегда очень важно понять при чтении человеческую составляющую Христа. Вот она живая, да, когда она на грани каких-то отчаяния, какого-то усталости, опять-таки, голода. Оно может внести в себе и раздражение даже, и все. Но это то, что слушают. Открытий было много. Сколько раз мы переписывали начало, вступление. Потому что для меня, например, в этом начале «Бог создал небо и землю» всегда была проблема в том, что это звучало всегда, как само собой разумеющееся. И для меня было важно передать, что это совсем не разумеющее, не само собой разумеющее. Поэтому, но, с другой стороны, есть задача чтения, поэтому я не могу сказать, в начале было создано небо. То есть вживую я могу это и сыграть, и показать, да, но представить себе вот эту абсолютную бесконечность сверху, сквозь звезды, уходящую в черные дыры, и все вот это, и землю. Чудо в том, что это... Что для вас означает вот сегодняшняя встреча и какую главную идею вы хотели донести? Ох, ребят, вообще я очень благодарен, на самом деле, потому что, то, что он стряхнул стариной, смог попеть, смог почитать, пообщаться с залом, видеть лица живые, живое дыхание, и ты понимаешь, кому да, кому нет, кому нет, а куда ж ты денешься? Это вместо занятий тут сидишь. Да? Так что... Это вместо лекции. Все. Вот. Это понятно. Вот. Так что мне очень здесь было симпатично. Спасибо. Репортаж подготовлен специально для Zaunews Полиной Старшиновой. До новых встреч!